Знаете ли вы, зачем нужно менять воздушный фильтр? Это нужно для того, чтобы ваш автомобиль дышал так чистым воздухом, как это необходимо для вас. Привожу пример. Вот так выглядит новый фильтр. Вот так выглядит фильтр после 3-6 месяцев эксплуатации в городе Алматы. Ощущаете разницу? Это также полезно для автомобиля, как и для вашего здоровья чистый воздух. Чистый фильтр повышает мощь автомобиля, его срок эксплуатации. Поэтому не стесняйтесь и меняйте фильтр как можно чаще.